Как, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию снайперов в Майнкрафт. Как вы видите, корона пока на мне. Да, это значит то, что я на сей момент являюсь королем и богом снайперов. Самый сильный снайпер в истории Мунсру. Эдисон, переходи на темную сторону. Чё? Силы. Какая темная сторона? Откуда этот голос доносится? А ну пошли проверим. Чё там такое, а? Не могу понять. Надо пистолет захватить. Пушку. Дарт Вейдер! Вот мы и встретились с тобой, Эдисон. Не трогай меня, Дарт Вейдер! Если ты сейчас не поставишь лайк, то я заберу у тебя корону, и ты больше не будешь королем снайпера. Не используй на меня свою силу, Дарт Вейдер! Я лайк поставлю, обещаю, то что я лайк поставлю, эту корону я никому не отдам. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк, а то он меня сейчас удушит. Только вы меня можете спасти своим лайком, пожалуйста. Та-т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 а. Понятно. Если ты думаешь, что мы рады играть снайпера, ты ошибаешься. Да. Если что, чтобы вы понимали, он силой нас заставляет. Он говорит, мы этот к горлу нож подставляет. Говорит, я убью Жеку, если мы не будем записывать. Он держит его в заложниках, понимаешь? Это Игорь, ты меня отвлек! Я отвлекся! А еще Эдисон заставляет специально ему проигрывать. Да-да-да-да-да-да! Балаболь, Игорь, балаболь! Как не стыдно! Засранец! Понятно! Я не успел поиграть, алло! Не успел он поиграть, я тоже не успел! Эдисон, давай вырубай свои... Видите, вот там... Скилл вырубай! Эдисон, вырубай Майнкрафт, пожалуйста, вообще! Эдисон, вырубай Майнкрафт! Ничего я вырубать не буду! Пошел 40-та! Эдисон, Alt F4 это мгновенная победа, честно тебе говорю! Куда? Ну, Alt F4. Что, в школе не учили, типа Alt F4 нажимаешь, все проблемы решаются. Все, прям все? Да. Все, Эдисон. А ну, сейчас. Опа! Не, у меня так что-то не работает. Ну ты тупой, ты не те кнопки нажал. А ну нажми пока заскрин. Нажми и заскрин. У меня нет проблем. Ну ты же сейчас проиграешь, не? Хотя хрен его знает. Может я там читы опять подрубил? Конечно. Смотрите, как он уверен. Смотрите, посмотрите, просто как он уверен в своей победе. Давай, Игорь, покажи. Давай, Игорь, давай, разорви. Да я не уверен, почему, я вообще не уверен. Давай этого ЧСВ снайпера просто убивай, убей его. Дай ему жопу, понимаешь? Он не убивает для того, чтобы серию потянуть. Спасибо, Игорь, что заботишься обо мне. Игорь, давай, покажи скилл. Покажи силу Бердянска, давай, бери дубинку в руки. Сила Бердянска, Игорь. Нахрен снайперку, это тут так вопросы не решаются в Бердянске. Это для нубов. Давай, Игорь. Ига, пау. Игорь, ты меня подвел. Меня не убили, меня не убили, меня убило. Понимаете? Понятно. Ты был мне братом! А ты для него сестрой. Давай, следующий раунд. Так. Дебил. Короче. Вот так вот вы ко мне относитесь, я понял, я все понял, да? Нубик, как стрелять, я не понимаю, нюб. То есть, понимаешь, что для меня Игорь брат, а я для него сестра. Нюбик. 1-0-0 у нас типа. Ладно, Игорь, я беру свои слова обратно, вот я после того сейчас то, что услышал от Игоря, я все. Больше он тебе не брат, да? Пациент, можно так, не знаю. Как... Ну, явно не брат. Нубик. Да ты задрал! Я даже не вылез, ты понимаешь, я даже не вылез! Объясните мне, что это как? Я не дай мне проиграть!
успокойся. Дай ему проиграть. Убери свое дуло! Игорь, если сейчас его не убьешь, я тебя убью сам. Я не знаю, где он. Если бы хотя бы знать, где он, я бы как бы типа еще. Давай, рубись в руки! Давай! Не ной, Игорь, давай! Что, собрался, Игорь? Рэмбо, третья кровь. Поехали. Прям третья? Может, вторая? Сколько литров крови в человеке, скажите? 5, 7, 8, 9. Я тебе... Да, не отвлекайся, Игорь, сосредоточен на игре, понимаешь? Сосредоточен. Знаешь, сколько литров крови в человеке? Вот столько? Дебил! Вот это прям убийство было! Знаешь, в чем прикол? Я вроде мансовал перед ним. Да ты дебил! Я через него перепрыгнул, но скоп 360 MLG просто. Дебил. Спасибо. Ты дебил! Ты понимаешь, ты этим лишаешься друзей. Ничего страшного. Тебе что важнее, победа или друзья? А что для тебя важнее? Для меня? Победа, конечно. Да ну. Ну а вообще нужны, Я с детства мечтал, когда только родился, типа, надо в снайперах выиграть войны. Чисто, мечта в жизни. Все хотят там Ламборгини, там тёлок каких-то, знаешь, заморских. А, мне надо победа в снайперах в Майнкрафте. Фух, накипело. Ну давай, давай, Игорь, давай. Давай. Ты думаешь, тебе повезет или что? А в этот раз не повезет, да, мне? Конечно. Ты меня убьешь в этот раз. Ах ты, конечно. Да! Он знал! Ты знал, Игорь! Дебил, я поднимался по лестнице и обосрался! А как ты поднимался по лестнице и выстрелил меня, когда поднимался? Я обосрался, не знаю, просто на мышку нажал и выиграл. Интересно. Хорошо, Игорь. Читер! Молодец, да? Да. Я тебя убью, Игорь, понял? Там еще у тебя. А где? Ага. Ебать, что за хрень? Эдисон, сни корону свою. Ты опять матюкнулся? Че? Дебил! Ты я ничего не говорил. Ты сказал? Ну если можно материться, то... НЕ НАДО! А почему пушка не стреляет? Пушка! Да! Сволочь! Зачем ты бежишь с ним с ножиком, Игорь? Я хотел его зарезать, я не хотел его убивать. Я потому что он мне друг, понимаешь? Это сестра. У меня нет друга, понимаешь? У меня нет друга. Нет друга. Хорошо, прячьтесь, давайте, подонки. Смотрите. Хватит. Да хватит! Ну что ты, подлюка? Кто? Кто? Падло, вылазь. Кто? Ты кому? У меня изжога началась, пацаны, я не знаю, что делать. Это полезная информация. Что делать? А диарея не началась случайно? Нет. Плохо. Эдисон, что делать при метеоризме? А что делать при астериотизме? Что это такое? При аутизме. А у тебя, да, что при... Ты не знаешь, что такое метеоризм? Ну это, когда ты пердишь в время. Да? Да, что, Эдисон, как дела? Эдисон, дед пердун. Да, бывает иногда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Как ты... Я его резал полчаса! Вот просто, я его разбил, стрелял в него, промазал, потом резал полчаса. Ну, у меня самотычки просто... Сама ты самотычка. Короче, все, пока, Эдисон. Я просто так не играю. А что так, Игорь? Пошел в жопу. Игорь, вернись, пожалуйста. В жопу. Ты был мне другом, Игорь, пожалуйста, вернись. Ага. Вот именно, что ты был мне другом, понимаешь? Все. Все, да. Я разрываю все с тобой связи. Прям все. Я буду писать плохие слова в чат. Бедил, понял? Знаешь, что такое? Бедил. Бедил, понял? Бедил, ну ты бедил, конечно, Игорь. Саботычка, Игорь, сам ты шмонька. Чё ты материшься? Нельзя материться. Это мат. Это мат. Шмонька — это мат. А бурулька, знаешь, что такое? Откуда? Откуда? Мактун. Понял?
Нет, это стой! Ай-яй-яй-яй-яй, не надо, не-не-не-не, Жек, подожди! Да! Я успел надеть защитную корону у короля бога снайперов, так что все нормально. Ладно. Хорошая была битва, пацаны, хорошая была. Да, мне вообще понравилось. Пожмем друг другу руки. Спасибо большое за участие в очередной раз. Когда-нибудь все. Не надо, пожалуйста, ничего взрывать, ничего стрелять. Я скажу сразу же. Подождите, корону надену Майнкрафт, так хорошо. Что ты сделал? Что мне отключать геймод? Что мне отключать геймод? А ну надо. Ставьте огромный палец вверх на этот ролик, если хотите продолжение. Набираем 25 тысяч лайков, сразу же выходит продолжение, обещаю. Поэтому ставьте лайкусики прямо сейчас, пока они меня не убили. И подписывайтесь на канал, прямо сейчас.